Сейчас хочу показать мой первый дом, который я купил 25 лет назад, когда приехал в Америку. Сейчас я подъезжаю к нему. Очень красивый neighborhood. Вот, все в зелени, все ухожено, все отманикюрено. И вот здесь где-то должен быть заезд. Неужели я проехал? Неужели я... Нет, я его не проехал. Вот он. Вот он. Кажется, он... Нет, я проехал. Не доехал. Ай. Вот мой первый дом на 157 плейс. Это то, где я когда-то 25 лет назад. 25 лет назад, как время пролетело. Вот среди больших хороших домиков я купил маленький. В этом вот доме жили поляки. Вот, а вот этот домик, это был мой. Он запущен какой-то сейчас, закрыт. Вот, ну, красивенько здесь, anyway, по-любому. А вот в этом доме жили островитяне. Они выехали, сейчас, похоже, какие-то другие люди живут. Вот такой простенький район, в котором я когда-то начинал жизнь в Америке. Вот так живут американские синие воротнички. Обычные работяги. На улицах тихо, спокойно. Народ отдыхает. Сегодня воскресный вечер. Вот, был в этом районе, решил просто показать мой первый дом. Он маленький среди больших. Ну, опять же, в невысокой цене здесь продавались дома в то время. Сейчас они не очень дорогие. Вот даже кто-то пальмы насадил. Вот, второй домик я здесь рядом буквально построил в новом neighborhood. Сейчас я туда заеду, и мы посмотрим, что, какие изменения там произошли. Вот, обычные люди, машины здесь не очень дорогие. Вот. Но кругом все ухожено. Травка пострижена, цветочки посажены. Все цветет. В общем, красота. По-моему, только один увидел участок. Была трава не пострижена, а не по... А так везде все доведено до ума, как американцы называют, отманикюрено. Вот, буквально еще каких-то полмили, и будет новое место –